Мяло. Нагорный Карабах пережил 3 войны. Из этих 3 войн 2 победы одержал с удачей. А 3-ю мы не смогли одержать. Почему? В чем дело? Я не могу понять, что армянские войска должны были потерпеть поражение в этой войне. Но мы старались, чтобы поддержать нам от других стран. Но президент Эрдоган, он послал войска, наемные войска. И наемные войска дали нам немного поражения. Да. Но мы стойко стояли, сколько смогли. Мы считаем, что не проиграли. Мы это тоже выиграли. Но я надеюсь, что больше не будет в этом мире войны. Чтобы русские пришли, поставили окончательный вопрос. Все, о мире. И дальше, чтобы не было больше никаких войн. Ժամանակես ինչ սпасին դեր այն ուտես եղանաս ես հələ պաշտում եմ այդ ինչու հարց որ հարցերին դենի դիցեմ դե հələ իստես ու շու ոնց որ ասում ռուսի բանակ բան ու մեր աչկա ուսեցան դա բացեն ու գիտու վերա հələ դա թարնալ հələ մզանի չեն քաղաքի եկա շուշի դա ճիշտ ես դիվ դա դի Əməkçin kəndi, yeli kəsim, hata, xalq üçün uçaqan qoyulur. Я думаю, что миротворческие силы нам помогут вести контур над этой территорией, которую мы, можно сказать, потеряли. Или как это получилось, или мы не понимаем, как. Но мы потеряли эту территорию. Посмотрим, как будет дальше, пока я ничего не смогу сказать, пока не приедут миротворческие силы, поставлю все посты, я точно ничего не могу сказать. Ну, мы, конечно же, останемся жить здесь. Вот мой дом, я буду жить здесь.